Сейчас я буду говорить банальные вещи, возможно, о которых вы не догадывались. Что такое любовь и для чего она существует или не существует? В современном мире это уже настолько опошленное понятие, что даже не хочется использовать это слово. А когда люди говорят друг другу «я тебя люблю», это звучит не только как обман, но и как самообман. На самом деле, любовь – это придумка маркетологов, которые продают ее через романтические фильмы, через цветы, через дорогие подарки и так далее и тому подобное. То есть любовь подразумевает под собой принесение жертвы путем траты денег. Не было, нет и не будет любви, которая основана исключительно на чувствах. И если кто-то говорит, что ему ничего не нужно от любимого человека, то он обманывает. Все очень просто. Мужчине нужна плотская утеха, а женщине необходимо чувствовать себя в безопасности и комфорте. В итоге начинается игра «ты мне, я тебе», а это уже рыночные отношения. Не находите сходство с проституцией? Кто-то сейчас скажет: «да хорош, есть сильные независимые женщины, которые могут сами себя обеспечить». Да, есть, но в этом случае проституцией начинает заниматься мужчина. Пробегите мыслями по своим знакомым. Наверняка у каждого из вас есть в друзьях какой-нибудь маленький, но богатый урод, с которым встречается девушка фотомодельной внешности. Или если у парня есть нормальное авто, то наверняка у него есть девушка или подстилка, которая мечтает выйти за него замуж. Да, может быть, я утрирую сейчас, но реальность примерно такая. А есть типа примерные идеальные пары, которые выглядят на фотографиях как миленькие котята. Не обольщайтесь. В реальной жизни они тратят мозги друг другу каждый день. Так и что же, как жить без любви? Да так и живи, нахуй любовь. Какие-то там мурашки по всему телу, бабочки в животе. О чем вы? Кому-то просто хочется потратиться. Это все детская хрень, которая связана с гормонами и половым созреванием. В это время психика неустойчива и чувств в принципе быть не может. И у меня, специально для тебя, мой друг, есть очень простое правило. Вместо того, чтобы говорить понравившейся самке или самцу «я тебя люблю», просто развивайся, самореализуйся, бери и делай что-то полезное и не жди, что тебя будут любить. Принцип «нет ожиданий, нет разочарований». Поверь, тебя заметят и будут уважать, а это гораздо важнее, чем иллюзорная продажная любовь. Я Марат, подписывайся на меня везде, ссылки в описании.